А. На экране в ОБС или где вообще? Команда победителей получает, кроме Лерон Барон, получает косарь долларов. Поздравляю. Реально? А я почему не получу? Ну не каждый, блядь, разделите нахуй. А, я думал, каждый. Да даже на четверых дохуя, ты что, охуел в натуре? Да. Трешницы на команду бы скинуть. Надо, чтобы мы выиграли тогда, потому что Лера в долю не идет. Да, да. Я тогда буду делать все, чтобы вы проиграли. На двоих разделим, на двоих чип делим. На двоих делим, брат. Нормально. Делаю все, чтобы вы проиграли. Охуенно, ебать, это злой Лерон. Ебать, Лерон. А вы что думали? Лера, заруинишь, мы себя откинем немножко от своей доли. Все. Не, ну это 3-2-2 какое-то. Временно пока нету. У команды строителей капитан будет Равшан. Потому что у него больше всех яйца. В команде клонов капитан будет Ольга Фруктоска, потому что у нее больше всех яйца. Первый. У меня сейчас маленькие яйца. Первый раунд стримера. Равшан, выбирай тот, кто у тебя пойдет выбирать стримеров. Вы можете сами советоваться. Так, стримеров больше всех знает Марк. 100%. А мне кажется, Юля. Блять, да я только могу. Девочек знаю здесь онлайн, блядь. А, стримеры только мужчины. В смысле, ну, типа... Только мужчины? Да, потому что, да, другой будет раунд, надо только девочек будет назвать. Серёг, ты сможешь точно? Тогда Ольга должна идти, Серёг. Так тяжело. Я нихуя не понял, что делать надо. Марк, все очень просто. Ты сейчас... Хорошо. Вы сейчас будете говорить, ты сейчас будешь говорить... Слышь, Макс? Давай я сделаю. Сейчас типа против Сереги надо стример. Тебя. Да надо мужчин называть. А ты говоришь, потом надо... Потом. Бля, это пизда. Давай. А, и нельзя выбирать одного человека два раунда подряд. Все, больше правил нет. Давай. А по очереди или как? Да. Ебать, я нервничаю, сука. Подожди, мужчин стример надо будет назвать? Да, мужчин. Да. Сука, да. Подсказывать нельзя, если он назовет, то я не могу уже эти называть? Только один из вас будет называть, вы не вдвоем будете называть. Смотрите, вы сейчас говорите, например, я назову 5, ты говоришь, я 6. А, вы теперь давай, торгуйтесь, а потом... Марк, сколько назовешь? Да. За 30 секунд? Да. Да. 15. Ебать. Ты можешь сказать, не верю, и он будет ебашить 15, нахуй. Либо сказать 16. 16. Здорово. Называй. Здорово, а если он не ответит? Здорово, с днем рождения, брат. Дима, если не... С днем рождения, Дима! А когда они делали? Делайте, А новый смайл есть уже или что? Я проспал. А, да. Есть. 37. Спасибо. Марк, ты так, что? Так, минута буду. Сейчас. Давай. Так что, Серега сказал 16, сделай. Так, говорю, называй. Готов, Серег? Ты сдаешь позиции? Да. Я думал, мы поторгуемся, пузами немного. Серега, ты лох. Мое дело забайтить, бля. 16 стримеров. Серег, готов? 30 секунд. На счет 3 начинаешь. Раз, два, три. Shadowkeg, The South, Пчелкин, Скилзор, Дмитрий Ликс, Аункер, Скайволкер, Строга, Бустер, Эвелон, Тент, Мухаджан, Братишкин, Мазелов, Маркелов, блядь, Гвукамоле. Кто еще нахуй? Равшан, Стил, Ренат! Все. Да, назвал. Ты даже за 20 секунд назвал. Сколько времени? Сколько времени? Кубаха, просто малый, сосиски. Бля, хорош. Он на Твиче открыл слева у него, понял, кто стримит? Хорош, Серега. А что, можно? Так, кстати, и есть, слышишь? Они реально стримят. Да, сука, блядь. Так, раунд номер 2. Сосать! Автомобили. Кто пойдет? Ой, Равшан. Автомобили давай. Просто марка. Скилз. Да, блядь, я вон что, машинист, нахуй? Я не машинист. Вон, давай, Олю. Пошла. Да, кажется, пускай мне кажется, Лера знает машины. Чип, сделай. Да я не знаю машины, блядь. Макс, у тебя женщина сзади ходит. У нас сегодня именинник может за машину. У нас Диман с нами. Диман! С нами? Кто это? А, так все, пускай Диман идет, он знает по-любому. Макс! Макс! Нихуя. Не бойся, кто это. Она из-под стола вылезла и ушла, блядь. Я видела волку. Красть волосы прямо сейчас, давай. Блядь, Сережа. Красть волосы всем нахуй, давай. Так, у вас идет Равшан. У нас Дмитрий Ликс, может, пойти. Ликс, но не знаю, когда он придет. Ну, сейчас он равно. Алло, я сказал же, я здесь. А, Диман, давай вебку. Давай, Диман. Диман, ты за машину шаришь? Я уже взял. Да пиздец, ёбнуто. Макс, она еще попитие принесла, блядь. Охуеть. Нифига себе.
А Кальян можно забить или нет? Кальяну может такой пизды дать жесткой, Серег. Нихуя. Чего? Кому? Ну, забить Кальян, я имею в виду. А, поняла. Так что? Кто придет? Диман, кто? Я все, я иду. Диман, ты сейчас в автомобиле будешь ебать. Ебать прям жестко. Да. Тебе надо будет марки машин называть. Юль. По-моему, все в розетках, да. Чекни ТГ. Я скинул Максизавр. Так. Диман, ты потом запускаешь этот свой турнир? Да, ясен хер, сегодня турик. Да. Да. Что за турик? Что за турик? А ПКС-ки турик жесткий, да. Да. ЕМ дал на 250 тысяч баксов. Ебанешься. Чё? При поддержке Винлайна, надеюсь? Само собой. Так, пацаны, давайте, начнем с Равшана. Равшан, сколько ты сможешь назвать марок автомобилей? 10. Диман. За 30 секунд? За 30 секунд. За сколько? Время? За 30 секунд. Сколько ты сможешь набрать? Диман, ты можешь... Дим, не обязательно говорить, типа, сразу 20. Ты можешь сказать 11. Будь здоров. Спасибо. Выздоров. А что, если я не назову? Минус балл. Ну, 11. Ну, 12. 12, сказал. Надо же марки именно. Марки, да. 15. За 30 секунд, да. Да, Равшан, это так кажется. Вот Серега тоже, блядь, прогнал стример за 20, брат. 17. 18. 20. Отдавай, похуй. О, че, Равшан? Ну, как будто 21 можно. Я стримеров как будто 25 назвать успел, я, блядь, нахуй подряд просто себе не... Брат, ну марки машин 20, это дохуя. Это сложнее, да. Серега, нахуя ты помогаешь? Ты за нас? Делай. Все, Диман, на счет 3 я тебе говорю, и ты начинаешь. 30 секунд. Раз, два, три. Бугатти, Феррари, Ауди, БМВ, Мерседес, ДАФ, Петербилт, Рено, Вольво, Ниссан, Тойота, Лексус. Сколько? 12. Так, Тойота, Лексус. Дальше. Део Нексия, ВАЗ. Потом УАЗ, ЛУАЗ, ВИЛАЗ. Дальше. Все, Диман, ты не успел, Диман, не успел. Еще есть время. Нет, больше нет. Еще есть время, говорю. 17, я не знаю, считается ли там все. Газ, блядь. Поздравляю с баллом, Равшан. На время отвратить. У меня времени-то нет, у меня не видно, где время идет. На демку она была. Бля, я поэтому время понял. Я бы назвал. Бежо еще было, там еще одну назвать и все. Короче. КамАЗ, да. Но это, наверное, самый неинтересный раунд для девушек. Не, интересно. Не, следующий, который будет. Порно-актер и порно-актриса. Чё? Блядь. Вообще знает. Да я чё? 100% Я только ролерит знаю. Даш, знаешь? Причём лично, блядь. А чё? Не, я последнее время только одну смотрю, блядь. Лакшери Мур такая появилась какая-то. Да, интересно. Даш, ты знаешь? Нет. Я ни одного не знаю. Секса много говорит. Это порно-актёры. Потому что порно-актёрами, кажется, максимум... Нам надо... Юль, надо, знаешь, актеров именно не... Я могу назвать. Конечно. Порно-актеры — это именно мужики, да, Макс? Нет, актриса. И актрис. Идет Юля. Можно и актеров, и актрис. Сколько, Серег, ты знаешь? Много? Макс, погоди. Ну нет, девочек я знаю штуки 3, наверное. Откуда? А мужиков? Я девушка. Да я вообще не знаю, но я могу попробовать, но я реально очень мало порнухи смотрю. Диман, ты знаешь? Кого? Ну, знаю немножко. Ну, сколько? Равшан, ты знаешь? Ну, троих, Только девушек знаю. Троих ты из девушек, из мальчиков? Она, да, и мужчина из девушек, брат. А, ну я скажу, Давай, я скажу. Скажешь? Я просто не знаю, но... Нет, два раза подряд Диман не может. Два раза подряд нельзя. Бля, ну я бы разъебал здесь, я порну каждый день. Лер, ты знаешь? Да нет, откуда? А я могу? Диман, давай. Не-не-не. Тише, ну я не знаю просто много, блядь. Дайте мне второй шанс. Я знаю только трех девочек, и все, дайте мне второй. Да не шанс. Говорите, сколько. Нет, Серег, не надо говорить, типа, я знаю, да, столько, и все, я больше нахуя не палю. Я знаю 15, дайте шанс.
Ебать. Нет, вас и так пятеро. Блять, я вообще, я, ну я штук пять тоже знаю, честно. Давайте, решайте уже. И актеры, и актрисы? Диман, ты капитан своей команды, давай отправляй одного человека, и Равшан отправляй тебя. Отправляю Дмитрия Эликса. В смысле? Нет, себя нельзя. А я? Бля, кто дрочит? Скилл, Серега, дрочите? У нас Оля капитан. Да нет! Я, ну, я, где, а, Оля капитан, Оля, дрочишь? Я не знаю, кто это даже. Нет! Как? Ну, в смысле, я не знаю. Равшан, ты знаешь? Так Равшан не может пойти. Я не могу. Они были уже. Только Максим... Мне только идти получается, похуй. Да, давай. Давай ты, Марк. Блять. Диман, попробуешь? Помнить, сука. Делай, Диман. Ну, так можно? Либо ты, Диман, либо Чипс. Ну да, ну я могу пойти. Короче, с разрешения второй команды ты, Диман, можешь пойти, если они разрешают. Я могу, я знаю каких-то. Нет, он нашего Марка разъебет. Они против. Чего ты не взяла? Ты что, Марк, ты, блядь, со стеганом все знает? Ребят, я здесь не дрочил до того, как Юлю встретил. Давай, Чипс, давай, Чипс, давай. Давай, давай, давай. Чипс, я назову 8. Ну все, я попал. 8? Ты уверен? Макс, и девушек, и парней надо? Да, можно, и тех, и других. Тогда 9. У меня вопрос, кто-то, кроме Джонни Синса, знает мужчину любого, блядь? Я знаю. Давай, Марк, готов 8? Или Чипс, ты будешь 9? Ну, я не смогу. Давай 8 пробуй. Я могу. Давай, готов, Марк? Давай, ну я не назову 8, я просто понт взял его. Раз, два, три. Нигоника, Соло Золо, Лакшери Мур, Лакшери Герл, Джонни Синс, Мэдисон Иви. Блять, говорю, Билли Айлиш хочу сказать. Сука, еще две надо! Две еще. Делаешь стримерши. Так и стримерши! О, бля, что за подсказки? Самых популярных не назвал еще. А шишка-то дымится, да? Я не ебу, блять. Брат, ну самое... Это вся эта пиздец. Все, время кончилось, сори. Да я не ебу популярных. Брат, да, ну... Ева Элфи, что Ева Элфи не нашла, да? Ева Элфи, Чечи, Саша Грей, Алиса Оушен, Лана Роза. Бля, Саша Грей. Хорошие дела, вы что? Короче, Дима. Тяжело, я вообще не знаю, на что. Это с Питера, чел, ты че? Он с Рокки Сифреди снимался. Рокки Сифреди, господи, легенда, вы что, ребят? Ладно, давайте. Стыдно. Это, походу, я знаю. Блять, я больше не пойду, я уже 2 очка въебал. Лексингтон Стил, это легенда. А как этого вообще зовут? Который с большим членом маленький такой. Девчат. Вот этого я не забыл. Бренды одежды. Кто пойдет за бренды одежды? Бренды одежды? Я никаких брендов не знаю. Бренды одежды. Так, девчонки. Я парочку больше знаю только. Ну я могу сказать. Лера. Даш, ты хочешь? О, Лер, хоть хочешь? Не знаю, ты еще больше знаешь. Но я вообще мало знаю. Юль, ну похуй, я могу, мне без разницы. Давай, 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 давай. Лера, делай, когда не делаешь. Юля, делаешь, делаешь. За волосы, за волосы ее выиграет. Ой. Маркус Дюпри дает. Лер, давай, я назову 8. Ты на блять нахуй. Я назову. Давайте. 11. 12. Ну, давай 13. 14. 17. О, как повысилось! Юль, половину брендов, которые ты назовешь, это которые с рынка российского только ушли будут. Это масс-маркет. Опа. Поэтому там можно разойтись. Давай 20 попробую. Давай, делай, короче. На счет 3 готово? Раз, давай, скажешь, как готово. Давай, давай. Раз, два, три. Прада, Миу Миу, Александр Маквин, этот, господи, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Zara, Bershka, H&M, Stradivarius, New Yorker. У нас есть такой, если что. Угу. Забыла все. Puma, Adidas, Nike. Кто еще есть? Сколько еще надо? Еще 6. Господи, все вылетело. Tom Ford, Palm Angels, Off-White. 3. Блять, НТ. Я просто вылетела из головы. Балентиан. Я страшно стала. Да, я забыла Балентиан. Хорош, Юль, хорош. Надо было забыть. Блин, это очень много. Сначала ДЛТ все шмотки, потом масс-маркет, потом спортивные. Не, не ДЛТ, я все, что вот Зорлу помню, поверху, типа, потом по низу. Ну, да, она по Стамбулу уже. По Стамбулу, да, я больше. А что за слова такие ДЛТ? Это что такое? Это ЦУМ питерский. Дом ленинградского творчества, да. Ребят, города России. Я забыла. О, скиллс, давай, гоу. Да, конечно. Давай, скиллс. Давай, давай. Чипс, давай ты пойдешь, а с другой стороны гаечка пойдет.
Да, я могу. Во! Давай, Даша, делай! Скиллс-гаечка. Нет, Диман пусть идет, блядь. Да не-не-не, скиллс-гаечка. Ты что, рофлишь, что ли? Оля, ты знаешь, давай, Диман, давай. Подожди, не было пока так Оли и чипса? Мы остальные были. Нет, чипс был. Я был, алло. Ну, кстати, Оля, иди тогда. Я очень волнуюсь. Давай, Олечка. Нормально. Ну, давай. Стамбула нихуя не знаю. Давай, участвовать тогда мне. Давай, делай. Давай. Готовы, девчонки? Я назову... Сколько назовешь? 8. 10. О. 12. О. 15. О! Долбоёбы в чате. Перебивай, Даш, ты сможешь. 17. 18. 20. Ух ты. Ага. Давай. Ебать. Ой, блядь. Давай, что делай. Попробуй по совиту, Даш, вспомнить. Перебанутый, я не смогу. Без подсказочек, без подсказочек. Нет, ну может так сложнее будет. Даш, ой, все, ладно. Короче, просто знаешь, как легко ответить? Вспомни, из какого города каждый стример. Гаш, скажешь, как готова будешь. Гаш. Давайте раскурим гаечку. Даш, скажешь, как готова. Давай. Ну все, я готова. Раз, два, три. Москва, Санкт-Петербург, Томск, Омск, Саратов, Новосибирск, Екатеринбург, Чехов, Подольск, Серпухов, Протвино. Я откуда, Дашуль? Блядь, Тольятти. Давай. Блядь. Эксайл откуда? Калининград. Да хватит подсказывать. Да, не подсказывать. Нормально. К сожалению, не успею. Выборг. Все, время. Да все, я ебать растерялась. 13. Так я говорю, когда отвечаешь, пиздец, ты теряешь. Это все ебал. Ну я попыталась. Да, Даш, ты молодец, все равно. Да, я прошлась по городам, в которых я была. Молодец, Даша. Бля, я очень много вылетела. Я назвала Чехов, еще что-то. Я вообще охуела. Серпухов. Да, она чисто Московскую область ебанула. Да. Я аж охуел, когда она начала города такие называть. Ладно. Это такой раунд, мне кажется, поедет Равшан. Стримерши. Кто называет стримерш больше? О, скиллс, давай. Диман? Скиллс, давай, там Симантек, все дела. Или Сереж? Или Сережа. Сережа. Ну, я был уже на стримерах. Выходи. Типс, ты мало знаешь? Ну... Достаточно. Серега, думаю, ты больше знаешь. Опа. Марк, ты или я? Брат, ну... Слушай, короче, все стримерши, на которых я в Инстаграме подписываюсь, ты на них уже заранее был подписан, я все видел, блядь. Давай ты. О, я. Давай. Серега, ты сколько знаешь примерно? Много? Я не знаю. Ну, блядь, я знать-то знаю, но не вспомнить. Серега нормально типа, знает стримерши. Я знаю СНГ, возможно, многих, типа. СНГ надо? СНГ надо? Да без разницы. Любые, нет, любые стримерши, англоязычные тоже катят. Все, любые давай, стримерши. Сделай, давай, Серег, делаешь. Делаешь, Сереж. Ребят, делай, Равшан делай, таких стримерш назовет, которых вы даже не знаете. Он дохуя знает, да. Давайте, пацаны. Серег, сколько назовешь? Можешь начать с 3, 4, 5, просто сказать. Равшан, давай 45. Что? Он за 3 секунды не успеет. Успеет, успеет. Как же сейчас Оля охуеет, сколько Серега знает? 20. 20 знаешь? Да, пускай делает, пускай говорит, забейся. Да, как будто 20 легко. Как ты так быстро назвал стримеров, как будто 20 легко. Ну, девочек, угу. Ну, девочек поменьше, как будто бы. Которые прям на слуху. Че думаешь? Просто здесь тяжелее отвечать, как будто, нет, когда вот так? Да, пришел? Да. Да. Да, ты волнуешься. Чем? Лёг, пусть отвечает. Ну, да, попробуй, Рафаэль, 20. Давай. Я что-то боюсь 21 там или 22. Да, скажешь, как готов. Потом 89-й, потом всех на котовый все. Скажешь, как готов. Не подсказывай, Марк. Все, я молчу. Давай, так, чисто, вот как есть сейчас, что вспомню, то и скажу. Тишину. Раз, два, три. Боёвал, Лерон, Фруктоска, Генсуха, Акулич, Тендерлебае, Мира, Булочка, Крис Гризлик, Сараби, Ай Ольга, так, Ирис есть, Мира, я говорил? Да. Адриана Чечек, Саша Грей,
Блять, все. Блять, как 4 показывают. Ади Рубинс, Аринян. Сколько? Время. Антика. 17. Сколько? Надо было. Скажи, теряешься, когда отвечаешь. Да. Очень теряешься. Очень сложно. Я поэтому подумал, что 20 это пиздец тяжело. Потом... Ебать сложно. Я бы не смог, я ебал нахуй. С головы нахуй, все имена вылетели нахуй. Да, да, да. А начинаешь по времени, типа, именно и. Бля, у меня перед глазами Даша, а я даже. Ну, бля, ебать. А это сложно. Даша, я не сказал, а, ты Дашу не назвал. У меня тоже Даша перед глазами сейчас на втором экране. Лига. Бля, Дима. Главное, чтобы папа фотку назвал. Нет, у меня вебки выведены справа. Ай, Ольга, вот это откуда? Когда вспомнил, кого в Инстаграме. Следующий раунд. Аниме. Ой-ой-ой, это не я точно. Юля. У нас только Юля. У нас аниме. Да, Юля. Охуеть, а у нас кто, блядь, аниме? Лер, ты я аниме взял. Ты Рашан делаешь, Фишан. Я сейчас ебану. Но я готов. Бля, у нас нету анимешников. Но я могу, но я мало знаю, да. Вы можете, смотрите, вы можете разбайтить, и Юля тоже сможет не вспомнить. Да, я сейчас как за. Ну давай. Лер, пробуй. Да, мне Юля кажется, больше всех, мне кажется, смотрит. Давай, похуй. Лера, потому что я думаю, можно Стила вызвать помочь. Он шарит вроде. А, он туда один день сидел, вспоминал. Я смогу назвать 5 тайтлов. Давай, я 6. Не, ну я думаю, 10 назову. Ну я 11. Ща, надо в голове поковыряться. Я в жопе поковыряюсь. А можно полнометражки, короткометражки? А полнометражки, да, можно? Ну, я думаю, мы любой аниме. Да, 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 да. 15. 16. Называй. 16. Скажешь, как готово. 16 тебе надо, да? Да, я хотела ее, бля, забайтила, да? Найс байт, Юль. Ладно, давай, я готова. Похуй, ебаш. 16, да, тебе надо? Блядь, 16. Давай, готова? Раз, два, три. Наруто, Боруто, Ван Пис, Ван Пачмен, Атака Титанов, Клинок рассекающий демонов, Хелсинг, Свордс Онлайн, Берзерк, Форма голоса, Сад изящных слов, Твое имя, Дитя погоды, Хантер Икс Хантер, Безумный азарт, Дороро. Есть. Все, все. Хорош. Хорош. Ебать. Я вообще там аниме 10 не знала, что у меня есть. Ебать. Нефор, наш брат. Нефор, Юля, Нефор. Жестко. Давно на аниме подсела. Я как на игле, Диман, давненько. Давно эти японские мультики смотришь? Не понял. Ну давай, Диман, для себя раунд. Рыбы. О, ну? Диман, ты шаришь. О, рыбы. Диман, это Диман. Диман. Я шарю, кстати, но сейчас так, я, ну, по нормально, идее, нормально. Может. Диман, ты столько играл в игры в эти. Да, блин, да, но я, у меня, кстати, слушай, это не так просто будет вспоминать. Ну, давай попробуем. У тебя дает а у нас гаечка, думаю, шарит. Обязательно, блядь. Так, у вас идет Диман, у вас то пойдет. Блядь, а кто знает? Марк, знаешь хотя бы одну рыбу? Да. Красноперка, густерка, акула, блядь. Ну, тише. Ты пойдешь, Марк? Вилёк, ты... Да давай попробуем. Давай, давай. Типа Даша на рыбу отправлять, это хуйня, блядь. Бля, я штуки 3 точно знаю. Давай, пацаны, говорите, сколько кто назовет. Давай, Диман, ты первый. Один. Уверен, он уверен. Ты вообще? Три. Макс, сколько? Три, он сказал. Бля, 4. Ну, блядь, уже тяжело идет. 5 пусть будет. Ну, пускай 6 будет. 7. Уф, блядь. Как будто он байтит. 8. Ну, ща байтит, реально. Он байтит, брат. Да не, я не байчу, Не, Диман, ну пусть назовет столько. 9. 10. Здесь как будто легко назвать. А, да как будто нет. Здесь несложно назвать. Какой сложно? Макс, как называется рыба, которую мы с тобой с пивом пили и ели, такая сушеная? Брат, я не помню. Блять, 12. О, ебать! Ебать! Отдавай, ты не можешь. Отдавай, почему? 14. Он байтит, Диман. Нет, сейчас, погоди, я посчитаю в голове. Ебать, куда? Одну рыбу в 2 секунды он не сможет назвать.
Диман, давай. Сможет. Он за первые несколько секунд рыб штук 6-7 назовет, дальше просто будет у тебя. Бля, 15, ну 15. 15 смогу. Так он назвал 15. 15 он назвал 15. 16 уже следующая ставка. Давай 16, я называю 16. Давай, называй. Фу, блядь! Ебать, Мар! Тупой, блядь, ты чё, нахуй? Я чё, блядь, он рыбак, ерыбачит, он всё знает. Скажешь, как готов будешь? Да готов, давай. Давай, раз, два, три. Моева, килька, акула, рыба-меч, рыба-щит, блядь, рыба-олень, нахуй, щука, окунь, сом, блядь, как этот, сука, шпрот, как, блядь, касатка, кит, кто эти, еще там, блядь, крупные. Это млекопитающие. Блядь, касатка, дельфин, щука, не знаю, было, не было. Была. Все, я сломался. Все, не успел, брат. 12. И то, как будто рыба-олень, я не уверен, что она есть. Рыба, что ли? Лосось, форель. Да, тебе надо было шпорить. Самые основные, блядь. Окунь, щука. Блядь, я долбоеб ебаный. Почему я самое основное не назвал? Хорошо. Меч, рыба, щит. Шпрот, что за рыба? Рыба, шпрот и рыба, олень, нахуй. Рыба, да, европейский шпрот. Так это рыба. Да. Рыба, что такое есть? Рот лучше. Я хотел вообще схитрить, ты не уточнил, какие рыбы. Я мог Сларка, Слардара назвать из Доты. Да, реально. Делаешь. Следующее. Я три раза выхожу, три раза проебываю в пизду, блядь. Ладно, надеюсь, вы... Пиздец какой. А сколько раундов Макс будет? 30, но мы уже 10-й ебашим. Но они быстро пойдут, они за минуту, еще осталось минут 40 максимум. Инстаграм-блогеры. Давай, Дашун, делаешь, Дашун. Даш, можешь? Кто знает, нахуй? Я никого не знаю. Я тоже никого не знаю. Да, делаешь? Что делать? Давай, Даш, у нас гаечка. Сейчас я в Инстаграм зайду, можно? Нет, я Гусейн Гасанов, вот это. Лера, ты знаешь нас или не знаешь? Гусейна Гасанова. Блять. Я не знаю, инстаблогер. Это вообще отмена. Не, смотрите. Ну, блять, Егор Крид считается инстаграм-блогером. Да, считается. Вот типа, да, популярные личности, которые активно ведут инстаграм, считается. Да, да, любого чела можно назвать, который просто ведет инстаграм. Короче, миллионники. По сути. Пускай не, миллионники это другое уже, это надо знать прям, что миллион есть. Больше. АФК. А, именно миллионники надо назвать? Не-не-не, Оль, нет. Просто инстаграм-блогеры. Просто инстаграм-блогеры, да. Давай, попробуем. Давай. Давайте, меритесь письками. Ну, я назову нужно? Двоих. Уверена. Пять. О. Уже лучше, чем с рыбами идёт. Мне кажется, я даже шестерых не назову. Мне кажется, такая машина сейчас будет, кто... Блогер, блогер. Я запрещаю машнить. Не, ну смотри, условно назвать Юлю можно, или она не считается будет? Юля ведет инстаграм. Инсту она ведет, да. Вот, я не понимаю. Как считать инстаграм-блогеров, типа? Те, кто основной. Да, назвать. Не, давайте так. Назвать всех, у кого даже есть инстаграм. Как это, блядь? В смысле? Как это просто стример? Да, называй, называй. Может, сейчас Даша скажет 35, но она не успеет за 30 секунд. Стоп, где? А зачем Макс упрощать? Инстаблогеры? Я больше пяти не знаю, наверное. Нет, давай про пацана послушай от ляма, не, можно либо... будет легче. Да, от ляма? Можно от ляма, да. Про так будет давай легче. От ляма. А бабам каждого чекать? Ты будешь чекать типа, каждого, пока он ну, говорит ты... или что? Как да, вряд ли вы назовете такого, который на грани. Просто ты не будешь сейчас говорить, что ты знаешь 20 человек, например, от ляма. Да, да. Давайте оставим это все. Я знаю, например. Максу, он решает, кого закадывать, ой, кого засчитывать, кого нет. Макс, короче, принимай решение. Да, ты принимаешь решение, Макс, нам похуй. Самое разумное, это у кого основная деятельность Инстаграм, это есть инстаблогеры. Да, давайте так тогда, давайте так тогда. Крид, он не инстаблогер, потому что он исполнитель в первую очередь. Ладно, давайте. По типу, да, типа Литвингу, Сенгасанов и вот... Вот эти вот цыгане, короче. О! Нельзя так говорить. Ладно, давайте. Вот именно конкретно, чтобы основная деятельность Инстаграм. Так. Ну, Даша сказала 2, ты говори, какую-то. Марьяна Ро. А, 5, ну все. Она у нее основная деятельность YouTube была.
Я говорю, сейчас машина пойдет, ну, типа, давай шип, типа и Ютуб, и стримы, и Инстаграм. Шипнем раунд. Ладно, давай, ладно, хорошо. Ютуберов заменим. Давайте, ютуберов. У меня есть еще другая категория, ютуберы. Давайте соединим, медиа-личности, не считая стримеров. Короче, Инстаграм или Ютуб? Реально? Инстаграм, Ютуб, ТикТок. Я за Ютуб вообще не шарю. Инстаграм, Ютуб, ТикТок. Давай. Инстаграм, Ютуб и ТикТок? Да, да, да. Нам тогда надо менять, может, Димана тогда лучше? Да, я не шарю вообще за Инсту, я не сижу там. А за Ютуб и ТикТоки? Да, ты шаришь? Я тоже, ну так. Ну, я не... Может, кто-то больше шарит? Я так себе. Нет, нет, ты ТикТок знаешь, Даш. Ну, блядь. И Ютубер, смотрела всяких бьюти. Я просто начну всех, кто раз этот снимает, называть и все. Я никого не, запоминаю ники, мне вообще похуй, короче, как у них каналы называются. Да, попробуем. Хуй, потому что, да, похуй на эти баллы, блядь, просто сыграйте раунд, всё. Попробуем, запускай, всё. Цифры выберите, сколько вы знаете, и гоу. У Ольги 5 было. Ладно, 6. Было 5. 6. 7. 8. Будто мало. 10. Какая тишина, пиздец. Я перебираю в голове просто. 11. Тиктокеры, инстаграм-блогеры, ютуберы. Называй. Называй. 11. Ну, 11 это супер легко как будто. Инстаграмеры, ютуберы, тиктокеры. Вообще. Давай, мы уже назвали половину, давай. Готово? Давай. Раз, два, три. Бустер, Эксайл, Марьяна Ро, Ангус Ингасайнов, Гордей, А4, Дима Масленников, Стас. Какой? Супер. Супер Стас. Ага. Давай еще. Два. Еще два. Давай. Еще бригада. Масленникова называю, еще бригаду. Можно называть мистер Бист? Там да. Что-то, мистер Бист. Говори. Серега Пират. Нормально. Ебать вспомнила, нахуй. Ебать, можно мистер Бист? Да, Серега Пират. Это на одном уровне сейчас просто мистер Бист и Серега Пират. Ну я просто вспомнила, кто у меня есть. Мистер Бист, Серега Пират. Футбольные клубы. Ой, бля. Я иду. Равшан! Серега! Я иду. Я знаю, что Серега хорошо знает. Давай, я тоже могу, да. Давай, Серега. Давай, Серега. Давай, Серега. Давай, сразимся, Серега. Давай. Че, еще один? Ну, Сережа, по идее, много знает. То, что Оля должна была 11 назвать, она была просто 10. Я знаю много, только ты понимаешь, что перечислять я 10 назвала. Она была 11? Да, я понимаю, это сложно. Да. Макс, дизинфу тебе сказал по количеству, поэтому я начала называть больше. Макс сказал, двоих надо, она двоих назвала. Да, а там надо было троих, но я не знаю. Но там... Ну, можете минусануть, если... Нет. Но там было еще просто 8 секунд, я думаю, ты одного бы еще назвала. Да, она 100 просто назвала. Давайте, пацаны. Сколько ты знаешь? Десять. Ой. 10? Да. Начнем с простого. Давай 15. 16. 17. 17. Не назовет. 18? Да. Легко. За 30 секунд, да? Ну. 18. Ну да. Рожай. Давай, Серег. Как же ты байтишь, Серег, типа знаешь, блядь. Угу, угу. Не, Сережа много знает. Я знаю много, но я не уверен, что я за 30 секунд успею. Ты успеешь, не уверен, Серег. Не надо тогда делать. Хорошо, назовет 100%. Серега тоже назовет 100%. Бля, очень сложно, я сейчас в голове пытался прокрутить. Давай 19 попробуем. Давай 20 попробуем. Серег, 25, ебаши и пускай делай пускай все. Делает. Пускай делает. Нет, это легко. 20. А сколько сказал? 20? Да. Равшан 20 сказал. Серег, ебаш 25 на морали выйти. Чел пишет, Равшан трои, только 3 секунды будет. Серега, давай. Я скажу Сереге, как назвать легко сразу, как только он выберет 25. Говори, Серег. Давай 21. Ё-моё, очко. Вот так вот. Что, Равшан делаешь? Равшан, когда не 20... делали. 21 тоже легко, на самом деле. По каждой примерке прошелся, по каждой лиге. Да, я так и планирую делать по каждой лиге. Ты можешь забыть, в какой лиге еще команды могут быть. И потом затроить. Конечно, только в российской примерке 10 назовешь. Юль, у тебя вебка выключилась.
Просто тяжело нашел в этом говорить. Да, тяжело, тяжело, пиздец. Как они борются за этот балл? Серег. Нам сейчас этот балл очень нужен. Я что-то не верю, что за 3 секунды назову больше там 22. Не работает, Оль. Ой, Олю, Юлю. Делай, Равшан. Давай, Равшан. Ладно, сейчас я пересоздам. Но вообще это не сложно, по идее. Это не сложно, да. Но, блин, 22, да, надо назвать? Да. Да, 20. Ой, ебать, а 30 секунд. Время запустить, он готовится уже долго. Да, я запускаю. Сколько тебе надо? 22. BMW в этом месте купишь, если назовешь сейчас. На счет 3. Раз, два, 22, да? Да. 3. ЦСКА, Спартак, Динамо, Крылья Советов, Анжи, Милан, Интер, Наполи, Бавария, Боруссия, Барселона, Реал Мадрид, Валенсия, Севилья, Монако. 15. Вест Хэм, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль. 20. Лестер Сити, Крылья Советов. 22. Было. 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 Челси, Астон Вилла. Время. Но он 23 даже назвал. Да, он больше. Да-да-да, Челси было 22. Хорош. Красава, блядь. Жестко. Ебать. Жестко. Ебать сложно, я ебал, нахуй. В моменте я все забыл. Ты что-то мало из РФ назвал, слышишь? Я вот переживал, понял, что я начну перечислять. Я думал, ты что-то 10 ебанешь, и все, и дальше чисто уже зарубежной лиги. Ебать сложно, ну его нахуй, блядь. Угу. Легенда, брат. Да не, сложно, сложно то, что время. Да. Сложно то, что я тогда, когда сейчас говорит, я такой, я все ты забыл. Ты начинаешь думать, ты назвал эту команду или не назвал еще. Бля, ебать. Страны мира. Охуеть. Бавария, где Нефор пишет. Кстати, ты Баварию не назвал, Равшан. Назвал. А, то ё-моё. Он когда Бундеслигу начал перечислять, Боруссию, Баварию он сказал. Да что, страны мира попробуешь? Ой, нет. Блять, у меня странные как города. Пускай Юля лучше. Юль. Но я могу попробовать. Че, Диман, пойдешь? Дим, иди, я вообще не знаю. Ну, блин, могу попробовать. Турция. Давай. Все. Всем Россия. Давайте. Что-то я боюсь немножко. Ой, еще знаю одну. Ладно, Диман, ну что, сколько ты африканскую. Один. 10. Бля, о, Юля, 11. 15. Ого, бля. 20. О, 16. Дави его. 20. О, воу, жестко. Прям 20. Стран нет, по-моему, в мире, нет? Блин, 20. Все правильно, Марк, только нет. 22. Нет, столько. Ну. А сколько всего стран? Их дофига. 160 с чем-то, нет? Или сколько? 170? Ну, а что, отдавай, уступи, Диман, уступи, отдай. Диман, сколько? Сколько, Диман? Сколько? 23. 23 страны за 30 секунд? Ну, давай. Всю СНГ, всю Европу и потом остальные вспоминай. Давай. СНГ, Европу я вспоминаю потом. Поехали. Раз, два, три. Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Россия, Дания, Англия, Норвегия, Ирландия, Исландия, Антарктида, Новая Зеландия, Австралия. Китай, Камерун, ЮАР, Зимбабве, США, Канада, Бразилия, Боливия, Колумбия. Сколько? 21. Вещь. О, Европу еще что-то. Люксембург, Люксембург, Монако, Франция, Нидерланды, Великобритания, все, Мексика. Все уже перевыполнено. Антарктида хорошая страна. Я просто называл. Да, он перекрыл, он уже перекрыл. 27 он назвал. А сколько надо было ему? 23. Он 27 сделал. Там некоторые были лишние, да, но он перекрыл. Я все подряд хуярил. Да, похуй. Блин, надо было перебивать тебя. Хорош. Да я понял, что Антарктида. Я предлагаю сейчас этот раунд отдать гаечке Соли, потому что следующий раунд у нас герои Dota 2. Опа. Блядь, ну ебать. Какое? Какая? Чёт. Герои Dota 2. Так это Равшан тоже. Равшан может пойти. А у нас Равшан лучше идет. Я могу пойти, если можно. Но, можно. Идет только, там идет фруктозка 100%. Да, давай, пускай давай. Ольга идет. Мне? Да. Сюда. Давай, да, Ольга. Ты ж дотишь. Ну, давай. Есть.
Сколько сейчас в доте персонажей? 110 где-то, 115? Плюс. 120 штук 50, 70. Ну? Сколько, Оль, можешь назвать? 120, 10. Нахуй, скажи. Сколько? 10 она может назвать героев доты. 11. 12. 12. 13. Я так говорю, как медленно, как будто я пиздец, ну... Да, брат, скажи сразу 20, она сольется и все. 14. 20. О, ебать ты сразу нахуй. Да это халява. 20. 20. Саппорты, кэри, мидеры, троечки. И вот так по очереди, так, по категориям, да. Иди, брат. Готов? Да. Раз, два, три. Антимаг, Блудсикер, Баунти Хантер, Дроу Рейнджер, Спирит Брейкер, Огр Маг, Омни Найт, Пуч, Тайт Хантер, Бейн, Абадон, Брудмазер, Бисмастер, Зомби, Врайс Кинг, Гирокоптер, Инвокер, Лич, Леон, Дизраптор, Винга, Виномансер, Никс, Лондруид, Ангольер, Ликан. Сколько у меня? 26. 26 уже. Да, он назвал тоже. Мы просто сейчас проверяли тебя. Ебать. Я ничего не поверила, думала, что он не успеет. Что, блядь, не говоришь? Я в моменте... Не, считай, 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 нормально. Дашунь, следующая категория. Сердце бьется, блядь. Мультики. Ой, блядь. Ходи, Лер. Лерончик, ой, блядь. Выпускаем секретное оружие. На стримах и не на стримах. Кстати, Лер, да, можешь ты попробовать? Дашунь, ты можешь выйти, разбайтить и выиграть балл. Стой. Мне кажется, Юлю надо отправить, но она, мне кажется, дохуя мультиков знает. Мне тоже кажется, что Юля больше знает. Потому что ты на стримах, во-первых, дохуя их смотрела, во-вторых, у тебя память хорошая. Боже. Не, кстати, на просмотренную хуёвую память фильма. Блядь, с ним закончится. У меня из детства только. А я вот в детстве. Ну я могу, не знаю, Даша, что думаешь? Ну, можешь ты сходить? Мне уже страшно стало, блядь. Могу я. Но я помню больше полнометражки. Ну сколько ты полнометражек плюс-минус знаешь? Ну 10, 20, 15. Диман! С днем рождения тебя! Спасибо! Внезапное такое. Внезапная дыра. Отрезвел? Просто напоминаю, что у тебя праздник сегодня, чтобы ты не расслаблялся. Долгих лет жизни тебе, блин, ну чтоб ты такой же молодой оставался всегда в душе. Ладно. Спасибо, спасибо. Давай ты, давай ты. Чтоб хуй стоял и девочки теплее. А я на следующую, Даш. Ну, давай, давай. Давай, Дашунь, делаешь! Ну ладно, я назову 5. Даш, ты точно уверен? Это жесткое решение. Уверенные 10, я думаю. О. 11. Ух ты. Ого. Лер, 15 назовешь. 13. Так. Я как будто забыла сейчас все мультики. Можно только по Никелодеону пройтись, 20 назвать, мне кажется. Да, ты можешь, Дашунь, ты можешь ее разбайтить просто, и она может не успеть назвать. Ладно, попробую. Ты сколько сказал, 13? Да. 14. Жесткий байт. 16. Блять. Аниме не считается. Хотя это мультик. Да, аниме не считается. Ну да, потому что уже была темка. Просто мультики для детей. Это японские мультики. Чисто вот Jetix вспомнит и Nickelodeon. Да, просто начинаешь. Советский Nickelodeon. Да я просто, я теряюсь очень. Мне нужно больше времени, чтобы назвать большое количество. Я волнуюсь, пиздец. Я, мне кажется, не назову. Ну ладно, как ты назвала? 16. И давай два части, типа там, если... Ну, понятное дело, блядь. Шрек 1, Шрек 2, Шрек 3, Шрек 4, блядь. Четыре есть. Скажешь, как готово. Скажешь, как готово. 16 мультиков. 16, давай. Шрек 4. Готово, давай. Раз, два, три. Шрек, Кот в сапогах, Моана, Тайна Коко, Золушка, Красавица-чудовище, Ариэль, Фиксики, Малышарики, Как говорит Джинджер, Детки из класса 416, Гравити Фоллс, Русалочка... Я не помню, была или нет. Рапунцель. Еще два. Господи, еще два. Ой, Король Лев и... Тачки.
Бля, блять, ебать, вспомнила. А потом сказала русалочка. Бля, ты какие-то мультики вообще... Я поэтому спросила, чипс. Это было или нет. Сейчас будет твоя категория, ты не можешь не пойти. Я тоже не уверена, что я беру, потому сказала русалочка. Значит, проебала момент. Следующая категория. Школьные предметы. Детки из класса 402, но я не помню, какая это категория. Стой, школьные предметы, это типа уроки, блядь? Да, да, алгебра, геометрия, математика. А, нет, это и есть. Да, геометрия это одно и то же, нет? Ладно, гоу, я пойду, похуй, один балл пойду, ничего страшного. Нет, это два разных предмета. Ну, это все в одно, типа, математика, под математику подходит. Ну, но это же разные предметы. Ну, это предметы, да. Подожди. Это же разные предметы, ты учишь. Математика до третьего класса, потом же алгебра. Ой, до пятого. Если еще чипс, я могу пойти, если хочешь. Раф, швабка вырубилась. Ну, я знаю два, типа. Физкультура и труд. Кто с кем идет? Раф. Кто идет? Я могу пойти на тебя. Или Даша, Даша. Я бы сходила, но мне нельзя. А я могу сходить. А я могу? Чат мошнит, что русалочка и Ариэль — это одно и то же. Так я спросила, была русалочка или нет, вы уж промолчали. Не, может, снимать никто бал, похуй. Никто ничего не ответил, да, я спросила, я была или нет. Все, оставляем тогда, значит, все. Если что, можете снимать, похуй. Равша, думаю, Равшан умер. Одного бы еще высрал из головы. А кто у нас идет на предметы? А у нас кто идет? Есть желающие? Я могу? Я бы не шел, блядь, конечно. Давай, скиллз. Я могу. Я тоже могу. У нас Равшан, реши Равшан уже, кто идет. Чипс, ты не хочешь идти на школьные предметы, да? Блядь, я что, тебе школьник? Ну, да. Блядь, ну вспомни. Да могу я попробовать. Давай, Ольга. Ольга, давай. Алло, у меня интернет вырубился. Нормально, ничего Пау. Страшного. Как встанет, заходи. Я здесь. А, ты здесь? Школьные предметы, кто у вас пойдет? Марк, Оля и... Фу, блядь, Марк, Юля и Равшан. Ага, школьные предметы. Ну, я бы тут Праге, ответила, да. Я потому что только недавно школу закончила. Подожди, а ты... Здорово, Равшан. Стой, а да, ты была уже. Равш, ты будешь? А что, никто не хочет? Ну, блять, я... ну я могу, давай я пойду. Давай. У меня просто давай, давай, Марк. У меня школа такая уебищная была, у меня очень, очень мало предметов было, но я попробую. Я могу тоже. Ну я хорошо. У нас Оля пойдет. Помню. Давай. Сколько предметов давай, назовете? Сколько? А кто пойдет у нас? У вас Марк уже вышел. Бля, ладно, похуй. Ну где-то 15 точно ты должен назвать. Может, ну 15 20. Я говорю, 15 сразу. Сколько? 15. Байте только. Их, в принципе, наверное, штук 14, но я не ну, знаю, не если там еще... Не обязательно в твоей школе, Оль, есть очень много предметов школьных, я тебе говорю, очень много есть предметов школьных. Сейчас музыку выключу, блядь, он меня сбивает, нахуй. Нахуй ты с музыкой сердзал, блядь? Просто пускай ебашит, по Оль. Я, например, знаю какие-то школьные предметы, которые были у меня, но их не я было я 15 назову, да, но я Оль, пускай ебашит. 16 вряд ли назову больше еще. Пускай ебашит. Потому что у меня 15 максимум, наверное, было. Дай ему, пускай делает. Готов, Марк? Да. Давай. Раз, два, три. Окружающий мир, ИЗО, информатика, технология, алгебра, геометрия, испанский язык, английский, немецкий язык, блять, русский язык, музыка, не помню, была, нет. Окружающий мир, основы религиозной культуры, блять, физкультура, блять, краеведение. Алгебра, так. Математика, русский проговорил, все. Сколько еще? Два. История, литература. Я так, не помню, все. Было, нет? Все? Ему 16 география, надо было? Докинуть. География. Все. Ну да, но это физика. Все. Хорош, ну, блядь, походу... краеведение, окружающий мир. Это бля, меня языки ебучие засейвили. 15? Окружающий мир в четвертом классе. Он языки назвал. Да, языки это ебать ебать. Немецкий, да, это и все. Но он 17 в любом случае назвал. Шведский язык, армянский, азербайджанский. Да, можно было все языки просто докинуть и все. Не, ну испанский есть. Бля, красава, ты что додумался. Да. Ладно, чипс, это точно твоя категория. Русскоязычные рэперы. О, скиллз. Чипс, чипс, делай, делай, чипс. А, бля, Марк не может сейчас. На время ничего, блядь, никогда. Вспомни, тебя вспомни весь мой мьюзик. Мы отправляем байол, байол. Я могу давай, чисто давай. Я могу чисто по андеграунд рэпу пройтись, нахуй. Давай, Рошан, ты лучше. Блядь. Юлечка, пройди по Мелон Мьюзику сначала, там нахуй. Там не хватит персонажей, блядь. Персонажи. В стену, сосредоточься просто на... Да, в стену, посмотрю, я уже все забываю. Не смотри, в стену, смотри.
Не думай о времени, не смотри на экран. Просто вот тупо в пол смотри. Просто типов называй, которых слушаешь в плейлисте, да, и все. Это вообще так, я сейчас русский рэп вообще не слушаю, если что. Да, какая-то а того лучше буду, называешь, выигрываешь. В принципе. Все, а я пошла? Ну, да, или да. Кого вы хотите отправить? Равшан да, решает. Пусть капитана решит что уже, бля. Равшан, кого отправляешь? Ю, ты же знаешь? Ты же знаешь? Ну, я так, типа, чуть-чуть. Ну, сколько? Ну, давай 14 скажу. А, все. Ой, хорош, хорош. Сколько, блядь? 14. Хорош. Чипс, ты легко 15 наверное. Назовешь. Не факт. Ладно. Помнишь, я, может, забайтила. Так, тихо. Говори, сколько скилл. Да сейчас я подумаю все, чуть-чуть. Ну, сколько ты, 14? 15, скажу. Нет, это не мое слово было, это я просто... А-а-а. Говори первое слово свое. А, окей. Ну, 10. Ну, 14, скажи. Ладно, 14, 14. Опа. Вот так вот, да? Угу. 15. Ебаш. 15. Давай, Чипс, сделай, сделай! На времени сори, это изи. Сокращенно можно? Всех друзей, хозяев, называй все. Алло, Макс. Ну, сокращенно. На сколько? Не на ту же букву? Не-не-не, типа вот смотри, допустим... Например, не уже Буда, а Буда, да, можно. Буда, Буда, да, например. Не Лил Кристалл, просто Кристалл, или как там. Можно так? Да, так можно. Чтобы было просто понятно, кто... Да, да, да. Давай, понятно. Давай, Чипс. Раз, два, три. Томас Мраз, My Waves, Оджи Буда, Рамзес, Манера, Поляна, 163 On My Neck, АК-47. И стрижевого парочку! Скиллзор! Да все, ну, блядь, я не могу так думать. Я поэтому, типа, и не хожу на, блядь. Нормально, нормально. НТ, брат. НТ, брат. Хорош. Хорош, хорош, Юль. Переиграл, да? Ты понял, забыл мой... Общий гайм скиллзорчика, срочно, блядь. А где же карандаш, многоточие, чемодан, клан, вот это, нагана. Касту, гуф, там, да, да, слим, все как надо, блядь. Нейрон. Ну ладно, то еще становится интереснее, счет 8-7. Да на время невозможно называть никогда, блядь. Ладно, Диман. Кой. Футболисты. Опа. Но Серега тоже, а может, кстати, Сережа? Футболист. Серега тоже, да, может, если честно. Да, Серега тоже может. Я знаю 5. А кто Диман был? Ты или я? Я вообще не одного. Ну, я имею в виду, типа, последний раз. Нет, даже больше. Да. А, да, ты человек 10 знаю. Я вообще не знаю. Ну что, кто хочет? Ну, у нас Равшан по-любому идет. Ну, я бы... Кстати, слышишь, у нас за футбол вообще никто не шарит. Я клубы знаю больше, чем игроков. Ну давай я пойду, похуй. Поехали. Давай. Извините, давай. А кто, я иду? Да. Да, брат, у нас за футбол вообще, ну я только Холланда и Рональдини и Месси знаю, все, блядь. Я тоже. Дим, вспомни свой трек, Зинедин Зидан, и все. Так я так и делаю. Чё открываешь, Равшан, сука, падла? Равшан, я вижу. Просто написал в список футболистов, нахуй. И сейчас будет хуярить. Я быстро посмотрел глазами, повторил. Я могу показать, что у меня на экране. Да не, нормально. Там чисто списком все команды. Блядь, сука. Нашкодничал. Да все, все, заебал. Могу вот так вот оставить. Сколько назовете? Блять, как поставить камеру? Говори, Раш. 5. 6. Уверена. Так. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Да вы заебали, не хватит слышать, я не понимаю, сколько. Езжу. А сколько ты? 15, 16? 17. 18. 19. 20. 21. Зовут умер или что, блядь? 22.
Я пытаюсь сейчас понять, сколько я успеваю перечислить. Ох ты, сука, бля, я хочу этот балл, блядь, нам нужно догнать вас, сука. 22 ты сказал? Да. 23. Равшан, тебе нужно просто всю Баварию перечислить. Брат, это сложно, когда ты, понял, играешь. Я понимаю, да, да. Это пиздец, я уже не могу. 24, Равшанчик. 24? 25. Пускай, Диман. Отдавай, Диман, скорее всего. Диман, отдавай, не. Там где-то, ты же где-то на 15-м, на 17-м уже прятан. Он сбиться может, да. Но я-то 25. Не 25. Нет, Диман, давай 25, пускай. Ну ладно, пускай делает. Нет, Диман, пускай нет, стоп. Если ты знаешь, 26, Диман, делай, если ты знаешь. Нет, пускай, ты знаешь, пускай прям делает, пускай делает. 25? Да. Готов? Подожди, по-братски, у меня аж руки вспотели, понял? Я в смысле сейчас в голове пытался прокрутить состав Баварии, я уже сломался. Ну вот. Поехали. Давай. Да, делай. Вот, бля, ну 25 это очень тяжело за 30. Да, тяжело, на самом деле. Тяжело. Давай, готов? Это разделить. Так. Поехали. Раз. Подожди. Давай. Хочешь 26 сделать? Давай. Нет. 26 можешь? Диман, нет. Ты не сможешь, да. Ты не сможешь, да. Диман, делай. Если ты уверен, делай. Вообще просто. Да, если уверен, делай, Диман. Давай, если ты... Ты не сможешь, 100%. Ну давай, блядь, рискнем. Похуй, да похуй. 26? Хорошо, делай. 26, давай, Диман. Давай. Давай, Диман. Давай, раз. Так, сейчас, верим. Стой, дай мне просто 5 секунд. Время сейчас. Чуть-чуть. Как раз да, 5 секунд. Давай. Все, поехали. Раз, два, три. Цимбаларь, Анопка, Герасимец, Овсинян, о, блядь, Киржаков, Аршавин, Чипомутюни, ой, все, сбился. Роналдо, Месси, Зидан, Кристиан Вьери, Бекхэм, это Мальдини, Рональдиньо, Ривалдо, Роналдо. Блядь, все, я сбился, сука. Нет, не сбился. Халк, потом Малафеев, Жан-Луиджи Бифон, Фига, Рауль, Кака, Эрнандес. Время. Суарес. Время. Сколько? 24. Это Диман, блядь. Бля, ну это НТ было. Бля, знаешь, попробуй для интереса захотел, знаешь? Я думал, ты вспомнишь этот трек, который вот этот ездит на один Зидан. Я же ему говорю. Я его не с того момента вспомнил, понял? Я бы назвал Энди Кол, Дуайт Йорк, я бы дохуя человек назвал. Ты, по-моему, извините, Зидан назвал. Да, я бы просто не знаю. Я чуть сбился вначале. Это сложно. Это когда вот так вот начинаешь, это тяжело, да. Когда начинаешь, это тяжело очень. Рональдиньо два раза было, разве? Рональдо я назвал. Так как два же. Рональдиньо, Роналдо, это разные, это три. Ривалдо, да, это три разных чела. Хочешь Раш попробовать? Пишешь, да, попробуем. Давай, просто давай. На счет три. Просто интересно. На счет три? Пацаны, чат считайте сам, я пойду пописать на счет три. Раз, два, три. Давай. Алаба, Мюллер, Кимих, Горецко, Коман. Бля, это очень сложно. Роналдо, Роналдиньо, Кака, Месси, Неймар, Мбаппе, Рамос, Пепе, Буфон, Льорис, ебать, Салах, Суарес. Бускетс, Анопка, Аршавин, Сучев, Киржаков, Малафеев, Анкимфеев. Ебать. Все, время, ты 24 хватит. Назвал. 24 назвал? Да. Тебе было проще, да. То, что ты некоторые... Ебать, да. Да, что-то услышал и вспомнил. Ебать сложно, блядь, если не, честно. Он все равно перечислил некоторых, которые перечислил, да, Дима. Да. Ну, я и говорю. Не, нормально, ну, нормально. Тут, тут похуй, тут уже нет правила, типа, да. Которые. Так это ж не на бал было, это просто... Это да. Сколько успел? 24. Да, ну это пиздец сложно, если честно. А кто-то ходит у вас там, слышишь? А кто это там ходит? Смотри, у меня в ТГ Равшан, я... А следующий раунд такой. Свингер пати? Что происходит у вас? Ответил, вроде сейчас отвечу. Нет. Бля, я бы трахал. Оружие. Чипс, сможешь оружие из Counter-Strike, например, вспомнить? Это из Counter-Strike. А может, Сережа? Не-не-не, выбирать будет. Любое оружие. Любое оружие? С женой. Вообще язык откуда угодно можно? Да. Равшан залетает. Если ты жизни знаешь. Не, подожди, стоп, оружие, которое может быть не настоящее, а просто из игры. Нет, как из КС, что такое оружие есть и в жизни. Ну, бля, я не знаю, какие там может быть. А сколько Дима сделал, тоже 24. Кто? Оружие, раунд. Серег, будешь или я? Серега должен. Я могу. Давай, Серег.
Серег, давай. Или девочки хотят оружие Чё? Назвать из КС-ки? Да, очень хочешь, хотим, Сереж? Конечно. Не, я могу попробовать, но это будет оружие, которое типа из игр просто. Я не уверен, что они будут настоящие такие есть. Да, АВП нету в жизни. Тут пометка, ну да, нет. Макс, нет. Оружие реально жизни, скажу, например, или оружие АВП игровое? АВП, хуй знает, я типа АВП... Это АВМ, понял? Я сейчас начну подписки оружие реально так надо, блядь. Угу. Макс, можно уточнение? Еще раз. Реальное оружие или игровое? Я говорю, Макс, что я могу начинать перечислять оружие с PUBG, с Valorant, с Counter-Strike, нахуй. Я не знаю, они в жизни есть или нету. Но... Ну, что-то ну, есть, что-то нет. Ну вот у меня тоже вопрос, типа, они спектр, разве не так фантом, называются? Ну, например, винтовка Мосин, она есть и в пупке. Не, короче, надо оружие и реальное, которое есть в жизни. Но я просто для подсказки сказал, что можно называть оружие из игры. Лучше из PUBG. Я 10 назову, бля. И реальных? Да, и реальных да, надо. Я просто буду пулемет говорить, Максим, Мосина, Коряк, АВМ, блядь, и так далее. Ну, что ж ты да, блядь, ну... ППШ еще есть, классный автомат. Ну, вот и... 10 почти насчитали. Я 10 назову. А немецкие автоматы как назывались? Забыл. Забыл. А если, да. Слышишь, Макс, а если, например, калаш, там одинаковые калаши? Ну, ты понял, типа АК-47, АК-74, типа... Считается, вот. Считается, ну, считается. А, 47, 74, АКМ и считается. Нормально, нормально, перечитайте, перечитайте. Аж, майзи. Серега, давай! 12 я уже назову. Ты скажешь 12? 10. 10? Да. Давай, я 12. 13. Давай, 14. 16. Че, пускай, может, называют? Я больше могу еще назвать. Ты пиздобол. Как будто пиздит. Нет, да. Как будто бы все... Вы просто понимаете, что 80% оружия с CSGO — это реальные названия. А если нет? Если ты назовешь, допустим... 16, а из них будет только 10. Я по категориям пойду, ППшки, пистолеты. Че, отдать ему лоха забайтеля? Да, нет, давай, не заб... давай. Не, не. Ты не назовешь. Не отдавай, не отдавай, не отдавай. Отдаю, не отдаю, назовет, отдаю. Давай. Отдал. 16, да, Сереж, надо? 16? Он сейчас по бабу пойдется? Давай. Сейчас, секунду. Блять, ну это халява на самом деле. Бля... Сам себя забайтил, ну... долбоеб. Серега просто очень силен в этой теме. Да, какой силен, я сейчас буду просто спамить. Потом будете писать, какое оружие существует, а какое нет, а просто спамить будете. Давай, готов? Давай. Да. Раз, два, три. АК-47, АК-74, АКМ, М416, М4А1, Бизон, блять, Вектор, Береты, пистолет Макарова, пистолет похуй, Дигл, Шериф. Что еще есть у нас? Коряк, пускай Мосина, ДП-47, блять, нахуй. Такого нет, наверное. Что еще есть? Мне кажется, тихо. АУК, П-90. Ну, все время. МП-5, МП-7, МП-12. И сколько из этого реальные, блядь, названия? Все, не знаю. Все. Все, все кроме Шерифа и пистолет похуй. Берет точно... Берет есть, да? Берет есть, берет есть. Берет есть, конечно. Берет и есть. Я наушники снял, чтобы сосредоточиться, потому что, блядь, сбиваюсь, когда я голосом слышу. Пистолет похуй такого нет, Сереж. Шериф что такое? Шериф это, ну, типа... Короче, я насчитал 16, но как будто... Вот Шериф, я не знаю, что это такое, такого нет. И что-то еще какую-то хуйню назвал. ДП-47. ДП-47 есть? Нет, ДП-40 назвал. Коряк, что? Коряк есть такое, нет? Не, коряк есть. Коряк, возможно, нет такого, кстати. В смысле, Маузер 98 это есть коряк. Он называется тогда. Тебе надо было 16, да? Да. Но ты в любом случае не назвал. Да? Да. То, что я насчитал 16, еще и СМИ, ну да. Шериф это Магнум пишет. Шериф это Магнум, а вот шериф есть. Он вроде даже больше 16 назвал, нет? Да, да. Макс. Он больше 16 назвал, по-моему. Оружие шериф, вся информация Valorant. Он вот тут пишут, 17 даже он назвал. Шериф Valorant. Нет, просто там уже, я просто 16 уже, там уже время кончилось, и он из-за того, что сидел не в наушниках, он дальше называл. Да, я мог после времени еще сказать возможно, какое-то количество. После тайминга он на счет 4-5. Он ППшки начал похуй, накидывать, да. Да, я там начал МП-7, МП-9, МП-12, я хуй знаю. А тут перечислили то, что назвал до того, как время кончилось, нет? Что? Да похуй, Макс, нет, похуй, туда. Блядь, поебать, если не было, то не было. Макс, делай. Не было, не было дальше. Серег, мне же вообще ПГ скинул. 18 был он в тайминг прям, слышишь, пишут. Нет, там после 16 он уже не в тайминг называл.
Там просто у меня счетчик, понял, он останавливается на 0-1 и все. Да, да. Он не убирается. Ох. Так. Go next run. Да, go next. Фильмы. Ой, бля. Юль? Лер? Да, блядь, Юль? Ну я сейчас опять обосрусь, я вообще не помню фильмов. Почему? Ты же мультики нормально назвала. Да ненормально, я вообще какую-то хуйню начала называть, которую, блядь, даже не так смотрела. Ты по актерам, сейчас сиди, вспоминай сейчас да, сразу. По актерам. Лер, по актерам актерам просто. Знаешь, пока Юля по телефону попу разговаривает. Да ей там уже диктуют список фильмов. Просто так же спам, да и все. Блядь, как вовремя мне позвонили, я все проебала, чё? Фильмы, Юль. Илёк. Бля, да нет, не скажу нихуя, мы расфокусы сейчас. У вас еще Марк еще есть тоже по фильмам. Марк, да, кстати. Я вообще тупо, я только что был. Ну я... Я только что был, кстати, Марк только что был, да, я тоже только что. Да. А, точно. Да, но я против Леры не вывезу. А, кстати, слышишь, Макс, а если человек не отвечал и только что был, тоже, да, считается, что только что был? Да. Не вывезешь, блядь. Да, да, тоже считается, что он... Да, тоже считается. Бобры зомби. Может, гаечка у нас пойдет? А гаечка в муте. Она в муте, да. Она в муте. А, ты ебать молчишь. Я вижу, что она возникает, но я не слышно. А, блядь, а я в муте. Да, где-то пару раундов. Не, не отправляйте гаечку, у меня на следующий раунд есть для нее. Да, я в фильмах знаю штуки 3, Титаник, Побег из Шоушенка и еще какой-то один. Хочешь чит? Чекни ТГ. Человек-паук. Я больше сисек. Нет, списков, ну. Не надо. Да нельзя один тот же фильм, разные части. Да, Форсаж 1, Форсаж 2, Форсаж 3 нельзя. Сука, блядь. Назови этот фильм 9 частей. А, ну, блядь, Пила 1, 2, 3, 4. Не-не-не. Это самый жесткий забив сейчас. Давайте я даже не буду напрягаться. Давай, Юлёк, сколько назовешь? Ну, 10. 15. 20. О! Можешь пускай называть? Ну, да нет, легко. А, сейчас. Ну, смотри, давай, это не... 20. Время, не забывайте. Один. На время у вас. Два. Можешь пускай. Давай 23. А сможешь отдашь? Делай, короче, давай. Сейчас, дайте секундочку. Прям по актерам иди. Сейчас я попью и поехали. Счет 8-9. В этом камбэк или... Похуй. Нормально, да. Ебашь, я вообще не парься. Все, я готова. Может, так же опнуть в наушники и ебашь. А, раз, два. Сколько надо? 23? Да. Да. Три, поехали. Мститель, Человек-паук, господи, Оно, Стрингер, Донни Дарк, Игра, Побег из Шоушенка, Титаник, Зеленая миля, Достать ножи. Третий лишний, Миссия невыполнима, Идентификация Борна, Рыцарь дня, все забыла, Терминал, Ночной дозор, ой, Ночной рейс, господи, не знаю, время. Карты, деньги, два ствола. Время, время. Тебе надо было по Марвел пройтись. Я, очень... я просто... Я начала называть Марвел, я подумала, все, да, ты сейчас подумал, разъебешь. Я подумал, что это по Марвел. А я после этого вспомнила, что нельзя называть... Нет, когда сказал, типа, ну, я хотел Мстители нельзя по частям. Форсаж 1, Форсаж 2, Форсаж 3, нельзя. Форсаж 4, Форсаж 2. Можно было 8 фильмов Тарантино назвать и дальше добить. Не, хорош. Я не знаю, не, у меня вообще... Откуда у меня ночной дозор вылез в голове, боже. Я даже не смотрела это. Я хотела сказать ночной рейс. Дашунь! Сказала? Давай, что там? Фрукты и овощи. Давай, да что делаешь? Я тебя автоматом выставлю. Давай. Вообще на самую просто тему для... Все, чипс и Даша, фрукты и овощи, давайте, я выбираю. Максим строго... Если что, меня трясет, я настолько сильно переживаю. Так я тоже. За что нахуй? Меня прям... На, вот, огурец. Помидор, лучок. Давай. Блядь, я вспомню весь свой бабкин огород. Там пизда, у меня столько было. Там же еще фрукты, мне кажется, это вообще... Серега, а ты что не пошел вообще? Я по рынку могу. С фруктами легко, блин, с фруктами закроешь. Фрукты, овощи, нормально. Ну, я назову штук 10. Ты в голове сейчас называй, пока. Давайте, пусть они говорят. Я называю, но мне не хватает. 10? Ты уже говоришь, типа, или нет? Не, я торгуюсь с тобой. Ну, 10, ну давай 11. 15. Ух ты. Хорош.
Делай скилл, сделай. Да подожди, Диман, ну какой делай, блядь? Да, блядь, картошка, фрукты, блядь, сосиска нахуй. Это не скилл. Фрукты и овощи. Это легко. 8 фруктов, 8 овощей. А, ебать, а еще же ягоды есть вот с этим. А ягоды нельзя, так, да? Так, ягоды нельзя, это только фрукты. Ягоды малина. Не, стой, стой, давайте, чтобы не было машины, что ягоды, что нет, фрукты, овощи и ягоды, нахуй. О, давай. Что потом сейчас... Сейчас пизда, бабкин огород, у меня там столько всего росло. Ты 15 говоришь, да? Да. Ну давай 17. Да как будто легко. Да, ну как будто да, ну как будто за 30 секунд я могу. Да, с фильмами тоже так казалось. Я. Ты можешь бить просто. Что за. Сколько ты сказал? 17? Больше скажешь. Ну, давай 18. Морковка. Морковка. Это все, что ты вспомнил за все это время. Морковка. Сколько? Кто надо, кто будет? Я, сколько, 17? Даш, витаминный 17. Комплекс, назови весь и все, блядь. Я не знаю, ну все, давайте, я все, готова. Все, спокойно, вы, выдохни и полный вперед. У тебя есть... Я сосредоточусь. Давай. Один дома у тебя есть, Ваня зовут. 18 надо? 17, по-моему. 17. 17, 18 надо. Ну лучше назови 18. А, да, и на один больше, может, и 17. Да, 17. Макс, начинаем, что-то готовимся. Да, 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 да. Сейчас, только молчите, ладно? Дим, не переживай, мы успеваем. Сними наушники, просто ебашишься. Ягода малинка, пам-пам-пам. Диман! Ну все, я готова. Считай, все, тишина. Раз, два, три. Помидоры, огурцы, перец, капуста, лук, картошка, смородина, блядь, все. Спокойно, спокойно. Давай, давай. Батат, виноград, блядь, как же тяжело. Жалко, что времени мало. Блять, ебучий ликс! Сука! МТ говорит! Да, Диман, ты просто мразь! Даш, не расстраивайся! Как тяжело, как тяжело! Да, просто стоп! У нас жесткая заруба, морковка! Батата? Ты еще такое вспоминал, батат, капуста. Я вообще про капусту не вспомнил, наверное. Надо было просто ягоды ебашить. Да, ягодика, малина, смородина, вишня и так далее. Ну, бля, да. Арбуз, кокос, ананас. Кокос — это орех. По мне, короче, сейчас... Это орех. Короче, такой раунд самый интересный, мне кажется. Игры на компьютер. Ух ты, ебать. А ты знаешь? Диман делает. Юля, да хуя вообще. Я вообще игры не знаю, вы че? Я могу попробовать. Открываешь Стима и свой перечитываешь. Я с играми вообще... Бля, вот я... И вот сейчас бы я... С этим раундом осталось 5 раундов, если что. Серег, знаешь? Не, ну хорошо, давай я. Да, знаю, конечно. Похуй, рискнем. А у вас что, Юля будет? Да, у нас... Диман, ты можешь ответить? Ты можешь ответить и идти готовиться подрубать, если что. Да. Давай, давай. То у тебя время. Все, так, тут Диман, а там кто? Да вот, блядь, я не знаю, Юль. Юлек? Стой. Больше хочет инициативу. Не, я могу, но ты же дохуя игр, по сути, проходила. Блядь, ну вот, которые я проходила, я прям не могу вспомнить. Я просто могу рандомные называть. Ну, может, не обязательно же сингл, да, игры? У меня в чем прикол, я же много игр на стриме играю, я могу их назвать, но это full no-name игры будут. No-name тоже, это же игры. Ну, я дохуя, типа, их. Все, давай ты это, да. Но давай ты свой файлик только закрой, где тебе мудрость, тебе сделал этот список. Он мне фильмы скинул, долбоёб, блядь. Нет, ты мне кидал игры свои, блядь, на стрим. Опа. Все, не, я ладно, давайте, кто больше? Нет, все, ТГ закрыл. Я, так, 15. Сколько? 15. 16. 17. Что нахуй? Баттл закончился? 17? Да. Ну, давай попробуем. 18. Бля, можешь отдать ему, ебать. Ну, хотя, бля, просто так прогоняю. Не. Брат, я стандартные категории в голове прогоняю, там только игр 10 уже будет, блядь. Ну, мне кажется... А сколько надо назвать? Диман назовет. Да.
18 искал, Дим? Да. Охуеть. Блядь. Будь здорово. Будь здорово. Спасибо, ребята. Спасибо. Ой, будь здорово. Пожалуйста, Раша. 19. Сколько? 19. 19? Да. Диман сможет 20 игр. Спасибо, блять, но в теории, да, я смогу, наверное, больше. Главное не сбиться, как с футболистами. С футболистами я тоже могу больше, да. Вот в чем проблема. У вас счет 9-10, команда Димана проигрывает. Ну давай попробуем. 20? Да. Так можешь Марк 20. Ну как будто 21 это пиздец уже прям будет, ну честно. Марина, типа. Марк. Ну это дохуя. Вот полторы секунды на игру с учетом того, что у игр длинные названия, блять. И сейчас это вообще пиздец будет. Равшан, что думаешь? Да, дай, дай, 20 игр, ну не так просто. Но хотя это... он сейчас пройдется по своим этим рекламным играм, сейчас пройдется, блядь, и все пиздец. 20 готов, Диман? Да стой ты, я еще думаю. А, ты думаешь? Да, все. Еще не дал мне. Не, мне кажется, он сказал, типа, все, давай. Сука. Блядь, 21 игра, охуеть. Марка, давай. Думаешь? Ну давай 20, назови. Да бля, ну я просто знаю, что Диман сможет, я бля, в себе я не могу, уверен. Я могу сбиться, Марк. А может сбиться, это все так тонко. Работает. Давай, да, Диман, да. Я могу сбиться. Тут просто можно Диман, именно сбиться. Рекламные спортивные батл-рояли, да, это нахуй, это стратегия, понятно, доты. Бля, все, я так иду, да, я распределю, да. Поехали. Давай, делай. На счет три. Давай. Раз, два, три. Гонка, Forza Motorsport, Assetto Corsa, Need for Speed, Dota 2, Counter-Strike. PUBG, Valorant, Warface, War Thunder, Warship, хорош. World of Tanks, Genshin, Honkai, потом NHL, FIFA, NBA, Car Simulator, Car Mechanic Simulator, Gas Station Simulator, Russian Fishing 4, Русская рыбалка 4. Всё, тормози, назвал. Хорош, Диман. Да не, блядь, на, бля, ну это а, на уже? Самом деле, это, да, надо, блин, нахуя у вас было дальше, потому что, как, блядь, он какую-то хуйню там еще назвал вроде. Не, он нормально все назвал. Ну ладно, скорее всего, там еще оставалось 7 секунд, я думаю, он бы назвал. Он бы назвал, конечно. Он бы назвал бы 2-3 игры все равно. Хорош, да. Я City Skyline, Sim City, все. Бля, ну то, что ты по категориям прошел, это правильно. 10-10, ебать жестко. Спортивные игры, там какие-нибудь с PlayStation. Диман, ты пошел подрубать? Да, давай, все, тут я, мне... Давайте. Выигрываете без меня. Четыре категории осталось. Давай, хорош, Диман. Хорош. Хорошего рекламного стрима. Блядь, гений. Так. Марк, ну Марк. Да что? Что? Ой, ёшкинка, сори, я думал, я вышел. Ой. Актеры и актриса. О. Ой, да блядь. Я вообще ноль в этом. Лер, это твое. Вот это точно да, Лер. Вот это точно. Да заебете, я... Нет, актер, это реально твое. Я никого делай, вообще делай. Не знаю. Я максимум Джонни Деппа знаю, ну, все. Блядь, больше, чем я. Только Джеки еще знаю с кухни, и все, блядь. Я Стэтхэма знаю только. Не, я не знаю, на... даже их, мне кажется. Я вообще никого не знаю. Давай, Юр, давай. Вариантов не так много, давай. Из кухни, мне кажется. Никого не знаю. Я... 5. 15. Делаешь? Делаешь. Сейчас я попытаюсь. Ну, 16. Я когда маленький. Ну, 17 тоже назову. Хорош. Души, души. А можно же просто по фамилиям? Не обязательно полностью. Ну, да, да, да. Мне кажется, пойму. Главное не по имени, типа не Максим, блядь. Ну. А че, есть такой актер по-любому? Бля, ебать, фотка мне в ленте высветила, смотрите. Это я. Это оригинально. Месяц назад. Сколько ты сказала, Юль? 16. А, 17. А, 16? Степа Ефимов себе выложил на аватарку. Или 17. Нет, Стас. 16 или 17, он сказал, чат? 17 пишет. Ну, 18. Я не назову больше ребят из моей команды. 18? 18? Да, я сказала 18. 18, я не назову 19, я думаю. Все согласны, что я отдам, да? Как ты сама решаешь. Ну, я просто... Может, они сейчас мотивационную речь натолкнут, типа, не, Юль, ебать, назовешь. Елёк, ты назовешь, ты всех знаешь. Ебашь, ебашь. О, боже. 18, да, ей надо?
Нет, Юль, ты назови 19, ты ебала. Нам нужен этот балл, счет 10. Да сейчас будет балл. Не думай про число, Лер, просто спаем все подряд, и все. Просто спаем. Хорошо, я наушники сниму. Наушники сними, просто спаем, да. Я перестану считать, когда таймер кончится, если что. Готова? Я понимаю, раз, два, три. Эмма Стоун, Роберт Дауни-младший, Джейсон Стэтхэм. Все, всех забыла, блядь. Том Круз, Мэттью МакКонахи, Джейк Джилленхол, Эмма Уатсон, Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт. Все, мой мозг отключился. Райан Гослинг, Роберт Паттинсон, Тоби Магуайр, Том Холланд, Эндрю Гарфилд. Время. Все. Фух, бля. Yeah. Я забыла. Блять, я думала, ты скажешь 19. Бля. Чего скажу? Не, я вообще не хотела русских перечислять. Я не помню. Ну ты почти, почти. Бля, ну там такие фамилии, я таких не знаю вообще. Я вообще никого не знаю. Я говорю, можно просто фамилии и полностью все имена ебаши, потому что просто... Лена, ты как будто про русских забыла. Юль, ну переиграла, получается. А каких вот ты русских актеров можешь перечислить? Бурунов, Хилькевич. Да, я вообще о них не подумала. Слава богу, я думала, ты заранее понимаешь, что ты будешь... Без руков! Там только с универа до хуя кого перечислить можно. Я ебу, как зовут с универа. Космос еще есть. Наша белый. Так, три раунда осталось. Пожалуйста. Три раза перечисляла, три раза не смогла. Ничего страшного. Животные, птица. Пиздец. Фух, слава богу, ебать. Мне кажется, Даша знает птиц. Да, блядь, я с сутками уже так нахуй обосралась. Животные и птицы. Ну, животных... Я никого не знаю с птиц вообще. Пород, собак. Макс, а животные, это в принципе любое животное. Давай, давай я пойду. Ты пойдешь? Брат, так там обезьянами не отделаешься просто. И, кстати, нельзя разных обезьян, типа, да, называть? Зато бегемотами и слонами могу, брат, отделаться. Виды вот эти, или как они, не надо. Ну, типа, собака, это собака, нельзя там шпиц, нахуй, пудель сказать. Да. Ну да, логично. Кто у вас пойдет в команду клоунов? Просто надо животных назвать, птиц, правильно? Тигр, лев, орел, заяц. Медведь. Хорош. Давай, Джульпаев, к доске, что нахуй, думаете? Разъеби, бля. Да давай я попробую, похуй. Давай, Серёга. Да. Давай. Давай. Ну что, давай 11. Давай 12. Нифига. Давай 16. Давай 17. Птицы, давай это 19. Есть животные, долбоёб, понял. 19? Да. Чё, пускамыш назовёт? Давай 20. Ну, говори. Говорю. Серёг, смотри, снимаешь наушники, хуярь просто до конца все 30 секунд. Да, как останется таймер, чат сам чат сам минусанет, кого ты объебался, с кем ты объебался, окей? Да. На счёт 3. Что там слюнки подбираешь? Раз, два, три. Кот, собака, хомяк, енот, заяц, тигр, лев, ягуар, антилопа, олень, лось, осёл. Лошадь, змея, крыса, мышь, черепаха, пингвин, блядь, нахуй кит, блядь, рыба, нет. Селедка, блядь, голубь, воробей, блядь, орел, блядь. Ястреб, блядь, кто еще у нас есть? Крокодил, блядь, и тюлень, блядь, и морской пони. Ебать, это много, знаешь. Блядь, подожди. Хорошо, что я не... Блядь, если честно, я даже не успевал считать, я сбился, нахуй. Я не знаю, сколько там было. Даже если не подходит, я думаю, подожди, а сколько надо было? Не знаю. Надо было 20. 20? 21, нет? Ну, 21, 20, да. В чате пишут, ты 4 рыбы назвал. Да похуй, ну, я просто подряд не вашел какие-то там... Не, какие 4 рыбы? Я сказал рыба, селедка, я сказал, селедка, и рыба. Селедка просто ебанул. Минус 9 просто пишут. Просто 9. 19 будет! Вот я не знаю, я насчитал 28, но мне казалось, что я сам даже ошибся в чем-то. Так, клип смотрим и пересматриваем. Мне кажется, он нахуя назвал. 20 я, наверное, точно сказал. Да, точно. А рыбу можно было говорить? Вот как будто да, вот ты просто еще сказал... У нас была категория уже. Не, ну он просто сказал рыба. Но хотя рыбу писали, это животное.
Да я просто искал рыбы, да, я говорю, просто вспомнил любые, типа, слова, которые мне в голову приходят с животными. Рыба, 28, рыба это млекопитающее, вообще-то. Нет. Млекопитающее это кто кормит своих детей молочком. Реально? Ну, вроде как нет. Если я девочек молочком кормлю своим. Стас, Стас, Джибой, ты тут? Джибой, ты тут? Ура. Сейчас, секунду. Что, ты хочешь, чтобы клип посмотреть? Да. Ты сможешь сделать клип, пересмотреть и сказать, засчитывать балл или нет. А сейчас пока мы просто это оставим. Хорошо? Давай. Мне лень, охуенно. Заебись. Ну кто-то сделайте, суки, это. Кто? Батя, на лосинах ходит, а тебя, Макс? А у тебя клип уже не сделать, Макс, потому что у тебя воз закрытый. У тебя воз закрытый, Макс. Что? Ягода малинка. Тебе надо воз открывать, потому что клип надо было делать сразу, только челом. Ты тоже своих детей молочком кормишь. Да, блядь, ну если объективно, рыбы это же реально животные. Похуй, да засчитай. Да что вы до рыб доебались, там было. Все, ладно, да. Все. Раз команда напротив. Все. Все, согласен. Мы даже не возникаем. Пойду кусок сыра возьму. Хороший рок. Предпоследняя категория. Так. Киберспортсмены. О, я могу тоже. Что? Так, о, да, нельзя. Киберспорт. Бля. Я ноль. Ой, Я могу. Я могу. За Димана, блядь. Бля, киберспорт, я бы сейчас как дотеров назвал бы всех нахуй. Я не могу. Делай, брат. Да, сука, нельзя. Так и Сережа тоже. Я не вообще может. Не знаю, киберспорт. Давай мы с Равшаном еще раз. Да, да, нет. Надо. Похуй. Если две команды давай, не давай, против, давай. Окей. Похуй, пускай делают. Давай, Равшан. Все, раз не против, поехали. Очень много знает валорантеров, кейсеров, Равшан. Я тоже дотеров очень много, и старых, и новых знаю. Давайте, пацаны. Ну, давайте. Серег, не слышу, он байтит. Да мне похуй, я все равно ушки сниму. Бля, Серег, только не надо, блять, вот вообще нахуй. Максим Павлов, Юля Байол потом начинать называть, блять. Не буду я так говорить, блядь. Какой Максим Павлов киберспортсмен? Ну, тоже верно. Водка, нахуй, я крыса. Нам же никнеймы нужно будет назвать? Да. Ну, я буду никнеймом. По никнеймам. Блядь. Сколько, говорите? Так. 11-11 счет. Давай 10 начнем. Давай сразу где-то 17. Давай 18. 18? Да. Так, сейчас, подожди. 19 сможешь? 19. 5 команд надо, блядь. Это, конечно, шутка охуенная есть, но... У меня захуесосите все. Давай 20. Говори. 20? Нет. Девать. 20? Угу. Могу тебе в ТГ написать. То есть ты сможешь 20 никнеймов сказать? Ну взятку попробую, отвечай, блядь, я ебу смогу или нет. Я вот так же, я снимаю наушники, я просто помню все, что я вспоминаю. Хорош. На эту тему. Так. Легенда, блядь. Угу. Блядь. Долбоёб. Ощущение, что у меня из головы все вылетело, понял? У меня то же самое. Я уверен, что у меня так же будет вылетать все. Ебать, я не могу даже 5 вспомнить, сейчас в башке кручу. Так это надо, вот ты когда думаешь об этом, ты не можешь вспомнить, а когда просто спамишь, то она получается. Тут только так. Какие вы мрази, нахуй. Похуй, говори. Точнее, таракан гукамоле, нахуй. Говори 20. Сейчас, Сереж. Готов? Да. Погоди сейчас. Бля, я не назову как будто. Ну ладно, похуй, давай попробуем. 20. Раз, два, три. Simple, Electronic, Perfecto, Shiro, Hobbit, Axel, Nafania, Nika, потом Hunter, Manese говорил, не знаю, нет, похуй. Потом Huxi, KNES, Calzera, Fallen, Fer. Блять, нахуй. Похуй, Рамзес. Данис, блять, похуй. Сука. Время. Блять, сука. Не успел! Она не назвала! Блять! НТ, это я сбиваюсь, пиздец. Я мог Изи назвать, я уверен, что я Изи назвал, но я просто сбиваюсь.
100%. Когда понимаешь, да что время подгоняет, начинаешь... Да, начинаешь да, проблемы, блядь, думать, на, надо как-то от ебучего шоу отстрагироваться, когда отвечаешь, потому да, что... Да, это нельзя. Я пытаюсь, но это тяжело все равно. У меня просто какой-то барьер, и все, и больше не идет ничего, как будто в голову просто... Я мог сейчас старый состав Нави назвать, и так далее. Я мог да, просто два состава, и старый, и новый, назвать это 10 человек уже, блядь. Даже вот я его и назвал, а старый... Последний раунд, да? Да, последний раунд. И такая, на самом деле, супер обширная тема. Мужские имена. Ой. Не, Ольга, пойдешь? Это последний раунд? Да, последний раунд. То есть, либо выигрываем мы, либо ничья, правильно? Да. Блять, девочки, ну это вам надо, мне кажется, вы больше... Ольга, иди. Ответственность не возьму. Не, я не буду такую ответственность брать, меня потом съедят. Мужские имена, блядь. Ну, у меня было написано мужские и женские, но я понял, что это слишком обширно, и я оставил только этот одного пола имена. Ну, вы можете договориться и вместе назвать женские имена, если хотите. Мужские. Я могу. Блядь, нет, только давай мужские. Марк, давай ты. Я бы сейчас как назвал. А, ну или Юля. Ну, либо Юля, просто давай, если давай, ты. Оля, Юля. Если на 100% уверена. Давай. Смотри, я тебе сейчас объясню, Юля. Нам надо сейчас, чтобы ты по-любому называла. Если ты им отдашь назвать, типа, мы можем проебать. Поняла, да? Давление оказываю на нее, правильно оказываю. Да нет, я каждый раз выигрывала балл, потому что перебивала и отдавала, когда было слишком много. Все, финал, давайте идти в чат. Давай. Бля, я сейчас никнейм авторисы вспомнил, чтобы вы понимали. Либо, смотрите, либо можем добавить один раунд. Добавить один раунд, первый будет мужские, второй женские, тогда 100% кто-то победит без ничьи. Давайте, что победила друг. А если мы сейчас выиграем, да, то нет да смысла делать. Ничья будет, и похуй. Давайте, все, хорошо. Нравится. Хорошо, как давай. Хотите. Давайте, называйте девчат. Ну, чё? Оль, сколько? Ну, сколько ты сможешь? Ну, 10, блядь, что ты, сука? Ну, 11. Ну, 18. О. Да, слушай, да. Я только по своим пройду с родственником, у меня 50 будет. Я, возможно, больше 18 не отвечу. Что думаете? Кому-то. Оля, мы в тебя верим в любом случае. Да. Ну, я больше... Ну, я тут... Я сейчас не соберусь, только не назову много. Сколько надо назвать? Больше 18. Мужских имен? Да. Любые, не важно, славянские, не славянские имена. Ну, блядь, я ты думаешь, что я... Хоть, я не знаю, там, блядь, Роберт, блядь, вообще похуй. Ну, я про это сейчас подумал. Смотри, там Магомед. Про Роберта? Есть, из Наур есть. Да можешь всякие. Попробовать, если ты точно знаешь, что не сможешь, то не надо. Если Рамзан. У меня сейчас сердце выпрыгнет. Идите нахуй, чего вы так это... Это ебанутое шоу, пиздец. Мага-убийца, мага-тупица, мага-бетон, мага... Вот это много там. Бетон. Так, 18, так, да. Ну давай, Юль, ебашь, похуй. Сколько, 18 ей надо? Юль, просто надо. Всех своих знакомых, друзей, подписки, да инстаграм, стримеры, бля. Пизду их. Ладно, 18, да, тебе надо? Угу. Давай, Юлёк. По стримерам. Скажи, как ты будешь готова. Ну, да, я готова, давай обратно. Чё давай. Раз. Тишина полная. Раз, два, три. Анатолий, Алексей, Александр, Борис, Дмитрий, Денис, Данил, Кирилл, Артем, Максим, Павел, Петр, Равшан, Марк, Ренат, Геннадий, Николай, так, ну, Роберт, Джек, Нил. Хорош, Юль, ебать ты, да. Там еще время. Хорош, Юль, да, хорош. Анатолий первым был еще, Максим. С победой, команда строителей. Молодец, Юля. Бывший Юля перечислили. Вот эфчик. Я тебя сейчас дам, Серег, нахуй. Макс 13-й был, я считал. По алфавиту просто. Марк, мразь ебаная, нахуй. А Максима не было? Был, я был. Я был, после. Забыли. Причем после Артема по списку был. Макс. Смысл так причислила? Артем, Максим, блядь. 13-й, блядь. Не брата.
Ой. Дядю. Странно, что ты его не перечислила. Враки в образе, не ваны. $1000 Да. Правда? Да. Юль, ты не получаешь все равно. Мне кажется, я не заслужила. Спасибо большое, ребят, за то, что пришли. Спасибо вам огромное. А кто больше всего был в раундах? По-моему, как будто я, Равшан. Ты, Серёг. Ты, Равшан, я думаю. Мы щипцом завезли контента. Да не, нормально. Вы можете сказать, кто самый меньший был в раундах. Не, прикольно, что вообще охуенно. Когда вот так что-то сидишь, потеешь. Не знаю, у меня все ладошки плотные. Да, у меня тоже. Я не назову. У меня был... Блять, походу, я тоже. У меня был последний раунд. Я, короче, говорю... Я теряюсь очень сильно в этом. Давайте поздравим. Попробуй сам. Нет, нет, а я пробовал с Юлей вне стрима. Да, мы пробовали. Я обосранный был. Я тоже обосрался много раз. А вы как пробовали? Блять, как он кверху, Равшан, пробовал? Реально? Опа. Кто вебку включил? Алирон. Короче, давайте Дмитрию Лексу, нашему любимому стримеру, по комплименту скажем. Я говорю, с днем рождения, а вы по очереди говорите, желайте счастья, здоровья, любви и всякой этой хуйни. Давайте. Давай. Дмитрий Ликс, я хочу тебя поздравить с днем рождения, и мы вот таким дружим коллективом хотим тебя поздравить. Желаю тебе... Давай, Чипс, пошел. Всего самого наилучшего, оставайся таким же клоуном. Дальше. Ну, дальше. Диман, ну, кто-то... Здоровья. Чтобы больше у тебя желаний исполнялось, цели были достигнуты, Юлечка деньги домой приносила. Какая? Была верной женой. Поёт, блядь. Поздравляю, дальше, похуй, все уже сбили. Дальше кто? Счастье. Дальше. Давай, Диман, что ты не сбил к 40 и веселил аудиторию дальше такими же темпами? Больше рекламы. Даша? Больше контента. Больше хорошего настроения в жизни. Респект нашей день! Вот так, что да. Стоял, хорош! И деньги были! С днем рождения тебя, да. Серега! Даже, даже. Ура! Серега! Спасибо! Да. Спасибо, друзья! Спасибо. Рождение. Днем рождения! Ура! Все, спасибо, ребята, огромное, что пришли. Надеюсь, вам хоть немного понравилось, было интересно. Прикольно было, да. Не, хорошее шоу, прикольно, да. Спасибо большое. Бля, честно скажу, я давно так на шоу не нервничал, вот как сегодня. Да, молодец. Не знаю, мне кажется, у меня сердце остановится. Как будто на жопу Марка играл, блядь. Вообще не переживал. Все, спасибо, ребят. Я пойду замучаюсь, попрощаюсь. Пока. Пока. Пока, ребят. Пока. Фух, ебать. Охуеть. Даже я занервничал. Но вам-то как? Расскажите, как вам это шоу? Шоу было спизжено у Ильи Эксайла, если быть честным. Мне, если честно, понравилось. Вот. Как-то так. Хуяно? Хуя! Ну, тоже, в принципе. Мне пиздец понравился. Спасибо вам огромное, ребят, что сегодня сидели в таком количестве большом, если честно.